приветствовать вас на своем канале. Сегодня я вам покажу покупки с Таиланда. Тайская косметика напрямую оттуда. Во! Классная, я тестирую с удовольствием. Мне вообще очень нравится. Это я делаю не первый заказ. Заканчивается, я снова заказываю. Посмотрите, пожалуйста, может быть, что-то найдете для себя интересное. Во-первых, недорого. Во-вторых, качественно. Всегда считалась тайская косметика очень качественной. Ну что ж, давайте приступим. Так, давайте начну с самой-самой-самой классной, которая я прямо без ума пользуюсь каждый день, и утром, и вечером. Это мягкая воздушная пенка с таким прекрасным ароматом. Так она мне нравится. Совершенно не сушит кожу. Выдавливается, знаете, такой пенкой. Вроде одно нажатие, такой огромный такой шарик хватает на все лицо. Прекрасно смывает, даже там несмываемую какую-то косметику, если тушь там какая-то или тональник какой-то устойчивый, вообще шикарная. 100% натуральное кокосовое масло. Ну где, как не в Таиланде, я могла заказать натуральное масло. Вы знаете, я пока берегу на лето, я пользуюсь для загара, после загара, там увлажняю волосы, особенно вот после пребывания на солнце. Кстати, девушкам, кто ждет ребенка или у кого есть новорожденные детки, советую присмотреться, очень нужно и полезно. Прошу меня извинить, видео чуть-чуть, наверное, будет длинным, потому что товара очень много и про все прям хочется вам рассказать, поделиться. Это сыворотка с экстрактом черной икры. Сыворотка с экстрактом черной икры, ну, наверное, понятно, что очень хорошо разглаживает и питает кожу лица и шеи. То есть, часто используют, но это не совсем дешевая сыворотка, понятно, наверное, что и икра у нас не дешевая. То есть, я использовала и использую утром и вечером на коже лица и шеи, после чего использую какой-то увлажняющий крем. Здесь есть такая пипеточка, очень удобно пользоваться. Такой довольно-таки густой, но очень быстро впитывается. Кстати, хочу отметить, что в ней нет ни силиконов, ни нефтепродуктов, ни красителей, ничего такого, что бы повредило вашей коже. Следующий продукт — это тоже сыворотка, но сыворотка для волос, для того, чтобы восстанавливать волосы, чтобы у них был блеск. Тоже ближе покажу. Взяла вот такую сыворотку для интенсивного восстановления волос. Здесь, конечно, маловато, но расход очень небольшой. Пользуюсь в данное время другой сывороткой, тоже оттуда же. Это пока у меня припасена на лето. Для здоровья, блеска. И здесь есть экстракты трав. Ну, понятно, наверное, что натуральные масла сглаживают чешуйки, обеспечивают послушные, здоровые и блестящие волосы. Также, кстати, насчет этой сыворотки, ее можно наносить прямо на кожу головы для того, чтобы волосы ваши росли быстрее. Это я вычитала у них на сайте. Следующая большая коробочка, это называется Lift Up крем, который можно использовать утром, вечером, что я и делаю. Она на травяной основе, здесь коллаген и, по-моему, куркума. Пахнет, не знаю, как объяснить, так как он на травяной основе, наверное, с этим и связано. Очень интересная консистенция, чем-то мне напоминает немного желе. Ну, понятно, наверное, что для красоты, для того, чтобы подтянуть кожу, восстановить цвет лица. Очень интересный крем. Пользуюсь утром и вечером. Очень экономный, кстати, не знаю, с чем это связано. Насчет крема хотела добавить то, что он подходит для любой кожи. Даже самый-самый-самый чувствительный. Он моментально впитывается и, ну, как бы наполняет кожу влагой и придает приятное ощущение свежести. Следующее — это гиалуроновая сыворотка. Тоже покажу, как пользоваться, как она выглядит. Это средство, это сыворотка с гиалуроновой кислотой. Смотрите. И здесь в составе гиалуронка, также есть алоэ вера. Есть какие-то вещества, я читала, которые извлечены из оливкового масла, там какого-то супер-супер высочайшего качества. Также есть комплекс протеинов овса. Смотрите, как красиво сделана железка такая.
Я в данное время не помню, он сколько стоит. Нужно посмотреть на сайте. Так. Тоже прозрачная. Смотрите. Практически без запаха. У них вся косметика. Кстати, хочу отметить насчет вообще всей косметики и насчет этой косметики. Здесь нет нефтепродуктов, нет красителей, нет силиконов, нет формальдегидов, вот этих всяких вредностей, ненужностей. Витамины. Куда же мы без них? Я не знаю, как сказать, это БАД или какие-то витамины. Здесь такие капсулы. И покажу состав, из чего состоит и как я принимаю. Насчет этих витаминов. Вот смотрите, вот такие вот капсулы. Вообще предназначение я брала для того, чтобы улучшить ток лимфы по организму. Также они обладают противовоспалительным действием. Применяются, самое главное, учтите. При псориазе, дерматите, экземе, всяких кожных высыпаниях, поэтому я и взяла это. Также, если у вас есть грибковые поражения кожи, онкологии, мочеполовых инфекциях. И насчет лечения. При лечении, если на самом деле у вас есть такие болезни, то 2-3 капсулы 3 раза в день до еды. Если просто как профилактика, то 1 капсула 3 раза в день до еды. Ну, конечно, если уж так все серьезно, нам нужно посоветоваться с врачом. Я оставлю ссылку, там есть состав. Может, кому-то и нельзя, потому что все-таки есть индивидуальная непереносимость. Сыворотка для волос, для сухих кончиков можно использовать после мытья, во время того, как вы не моете волосы, до мытья, то есть каждый день, скажем так. Сыворотка для волос. Очень легкая консистенция, быстро впитывается и не утяжеляет волосы. То есть, если у вас сухие, поврежденные волосы, делает их гладкими, шелковистыми и послушными. То есть, как бы она покрывает каким-то невидимым слоем, то есть, защищает также от вредных воздействий окружающей среды, от повреждений химическими веществами при укладке и сушке, а также защита от ультрафиолета. Очень экономно. Смотрите, сколько я истратил, пользуюсь очень-очень давно. Следующий — это крем для тела, куда же я без него. Здесь в составе коллаген, рисовое молоко и витамин С. Пахнет нежно какими-то фруктами. Очень быстро, хорошо впитывается. Я использовала его для ног. В основном у меня там очень сухая кожа. Целый день практически. Вот. Главное не забывать. Крем с экстрактом красной икры. Я его практически, знаете, быстро-быстро закончила. Тут написано, что он приведет вашу кожу в течение 7 дней, то есть недели. Мне хватило, по-моему, где-то дней на 14, может быть, на 10-14 дней примерно. Но на самом деле прям чувствуется, не знаю, свежее, обновленное, сияющее. Положили мне бесплатно кучу пробников, а также положили синий чай. Что это такое, тоже более подробно расскажу, покажу, как это выглядит. Я впервые в жизни вообще вижу, что такое синий чай. Ну, красный, желтый, зеленый, там, черный, все видела. Но синий, прям насыщенно синего цвета я впервые вижу. Также положили, смотрите, как приятно, положили кучу пробников. По-моему, еще куча всяких. Я или раздарила. Единственное, нужно полазить по сайту и написать. Кстати, вся косметика, как вы могли заметить, без перевода. Здесь, по-моему, есть на английском, если я не ошибаюсь, или даже ее и нету, только на тайском. А нет, есть. Есть. Но если кто-то там не дружит с английским, например, да, можно на сайте почитать, там все есть по-русски. Сайт классный вообще. Классный, цены классные, вообще нахвалила. Но мне очень нравится вообще вся продукция, я уже пользуюсь, по-моему, ей уже месяца 3. Никаких, ни одного замечания, ни одного нарекания у меня не возникло. А сейчас вы видите перед собой подарочки. Знаете, как приятно, когда вот делаешь заказ, и тебе столько всего интересного, необычного положат. Это синий чай, про который я говорила. Это кофейное мыло, то есть я мылом не пользуюсь, подарить кому-то, знаете, думаю, что очень интересно. Зубная паста была у меня такая, она, во-первых, отбеливает, и нужно ее там совсем капельку, это пробничек зубной пасты. Это знаменитый бальзам
черный, по-моему. У меня был когда-то синий. Очень классно лечит там нос, простуду. Смотрите. Ах, пахнет ментолом, чем-то, какими-то травами, тоже знаменитый. Какой-то там супер-пупер, все болезни, натирание, растирание. То есть нужно почитать, я пока не пользовалась. Есть они синие, зеленые, вот черные. Я попробую, или коричневый, как он правильно называется. Все, всем спасибо за внимание. Надеюсь, я вас не сильно утомила, потому что, ну, если заказывать уж из так издалека, то надо заказывать по полной, чтобы все было. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока.